Расскажите все своими словами и с самого начала. Ну, это долгая история. Американцы решили наложить свою лапу на наше российское изобретение. 10 миллионов долларов каждому. Нам с тобой Бог дал талант, чтобы делать других людей счастливыми. Пообещаешь мне кое-что, ладно? Мы будем так бодаться годами, Серег. Эта страна погубит вас, погубит ваш талант. Подумай, ради чего? Ради принципов? Я у бабушек пенсия, блин, 2000 рублей! Да забудь свой тупой альтруизм! Я приму меры, не сомневайтесь. Ты ради патента убил своего друга. Ну, допустим, я его убил. Что, я бросил труп и убежал, что ли, просто? Испугался. Ты можешь изворачиваться сколько угодно. Правда на моей стороне. Надо бежать. Не побегу. Патент. 3 августа в 20:50. Премьера на русском иллюзионе.